Святая мученица Раиса, или Ираида, жила в Александрии. По преданию, она пошла к источнику за водой. В это время к берегу причалил корабль. На нем находилось множество мужчин, женщин, священнослужителей и монахов. Все они были заключены в оковы. Как оказалось, пленники были христианами. Пораженные мужеством и верой этих людей, Раиса отбросила кувшин и добровольно присоединилась к узникам. Когда корабль прибыл в египетский город Антиполь, святая Раиса первая претерпела жестокие истязания и была казнена. Храм во имя святой мученицы Раисы освящен в 2008 году в Институте детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой.